Видите? В смысле, из-за того, что дисплей лопнул, камера теперь не включается. Ну а как? На дисплее же видно. Включается она или не включается. Дисплей же отображает включение камеры. И никаких огоньков не мигает, ничего, да? Вот огонек вот этот вот горит, ага. Аккумулятор работает, дисплей не работает, камера не работает. Меняйте дисплей, может быть, камера заработает, не вопрос. Понятно. Но если есть такие дисплеи, я готов от вас принять пожертвование. Или забирайте камеру. Да, нет, мне нужна камера. Мне нужна. Ну, так, пожалуйста, берите. Давайте деньги я возьму. Значит, вам эту, давайте. Ну, почему я вам должен? Потому что вы ее мне сломали. Это не вы сами ее сломали. Да вот именно что, ну, при свидетелях как? Это все было не так. Что вы начинаете? Да, то, что я взял за этот дисплей, это не значит, что я его сломал. Вот когда вы не видите, почему его выворачивал, она может быть сломалась. Тогда. А зачем вы брали этот дисплей? Чтобы вы не снимали меня, потому что я вам 4 раза сказал или 5 раз сказал, не надо меня снимать. А вы ко мне специально вот так вот в лицо и ты так начали. А что я при этом, говорил? Не знаю, что вы при этом говорили. А вы вспоминаете? Не помню. А я говорю, не надо меня снимать. А потому что злоба затуманила ваши мозги. Нет, а вы кричали, что я имею право. Да, вот помню. Я говорю, а мне не надо меня снимать. Помню. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну это я ваше. Я прошу, чтобы вы, чтобы вы меня не снимали. Попросили? Вы не просили, вы требовали. Я говорю, вы угрожали мне. Вы что, хотели украсить камеру? А, уже украсили. Ну а как это, расценивать? Хорошо. Я не хочу вас снимать. Вот, ребят, хватаешь камеру. Лучше разобраться, чтобы этот человек потом действительно, вот, я уеду отсюда, допустим, там, поеду в следующий город на выставку. А он тут. Да ты не уедешь отсюда, пока ты мне не заплатишь. Зачем ты? Не ты, а вы. Ты портишь мое имущество, с другого города приехал, здесь права качаешь. Сережа, поуважительный. Не, ну а как мне себя вести? Я потерпевший, пострадавший, ты еще поймешь. Сергей Павлович, поуважительный. Ну что вы уважаете? Сидит фомло какое, ломает камеру и все. Дело полиции уже, все. И они его слушают на его стороне. А может быть, она кожа сейчас сломала? Ты взяли, что я на его стороне? Тихо. Что взяли, что я на его стороне? Да он просто обидит. Я не за вас и не за него. Ну так вот. Конфликтовали вы, а не я. Это правда. А сейчас сидите и пишите друг на друга. Сережа, подожди. Я виноват, что он не сломал камеру. Все уже, понятно, что сломано все. Очень плохо. Ну, сломано. Я не ожидал, что вот такой наглости. Человек иконами торгует. Хорошо. Ну, а с владыкой Сергием там никак нельзя связать, чтобы он конфликт уладился. А? Ну, это. Да камера у меня, понятно. Он рассчитываться не хочет. Другого города. Ну, что все, что относится к епархии, вот. Хулиган, да, я говорю. Не только он может и Барнаул пошли. Ну, полезно. Человек скрывает не выставки. Человек не хочет. Сегодня вам придет еще часа два, наверное. Фактически, что вам не ставит. Ну, а это не будет. А вы говорите о телефонах, чтобы вас предупреждали, чтобы вы быстро не поняли, что скажете.
Близко или снимать не будет? Если мы не сами в лицо в камеры пикаем. Ну я же не... Вы значит знали, что там нельзя снимать, правильно? Нет, не знаю. Почему тогда говорят, что не знаю, что не попускали камеры? Потому что мы снимаем везде всегда. У нас канал православный, видеоканал «Открытым оком». У нас тысячи роликов. Нет, ну это понятно. На этих роликах и митрополит Сергий, за которого уже там, он к нам приезжает. У нас с ним прекрасные отношения. Мы ведем вот канал. Вы мне ломаете камеру, хотите, не хотите. Ну, я вынужден написать заявление на вас. Вы говорите, что я не хочу снимать. Но вы понимаете, а я хочу снимать. Я что? Имею право, а вы не имеете права. Я понимаю, вот. Что вы сейчас... Вы видите, что я тоже практически не виноват, что она у вас сломалась. Виноват. Если бы вы не брали... Ну, вы виноваты ровно в такой же степени. Нет. Понимаете, в чем нет, дело? Если бы мне в лицо и не тыкали... Я вам в лицо... Если бы я в лицо вам не тыкнул с камерой, она бы сломалась. Тогда да. Если бы мне еще и в лицо и тыкнул, она бы сломалась. Да. Я то просто есть, не знаю, может, тогда он дает рака, по-моему. Конечно. Там. Конечно. Просто. И у нас получилось зря, когда вы схватили мою камеру, да. Вы первый начали. Вы тоже, да, вот. Видите, как вы. И у нас бы началась бы драка, но я же вас не ударил. Фактически, да, но вы начали бы выламывать руку. В ходе чего, так сказать. Вы сейчас лжете, если бы я начал выламывать руку, я бы вам бы выломал. Я умею это делать. Вот, видите, понимаете? Вы умеете это делать. Я забирал свою камеру. Вам руку не выламывали? Выламывали. По другому руку? Нет, я его вообще пальцем не тыкал. Только взялись за камеру. Вот я взял за вот эту часть, хотел закрыть ее. А он схватил меня за руку и начал ее выламывать. А я вот так это схватил и камеру вырвал. Начал выламывать ее. Потому что я думал, что он мне ее заберет. Ну, камера не моя. Так, мне за нее отвечает. Так, когда камеру ломали, вот в тот момент, вот вы вцепились на нет. Я взялся за эту, а он не начал. А он начал. Да. Нет. Он начал выхватывать и выламывать. Когда он ее держал, камеру, я потянул ее сюда. И начали выламывать мне руку. А почему ты мне ее не отдал? Как я ему ты схватил мою вещь? Меня схватили за руку, начали выламывать. Нет, я там вообще вот так вот стоял. Но дело в следующем, все уже те полицейские сказали, уже все. Свидетели нужны. Человек сам не против, мы не знаем, как его звать. Я на вы к вам. Потому что я бы не стал ничего конфликтовать с этим делом. Но камера, тем более, не наша, и нам очень дороги эти снимки. Я не спорю. И вы бы, но я говорю, вы что, бы ну, вот просто мелькнули бы там и то, все. То, что вот камера... Да нет. Специально еще вот так вот начал подходить ко мне, вот так в лицо с этой камерой, понимаете? Почему да я взялся-то? Он оказался на расстоянии. Нет, я видел руки. Все, но не до такой степени близко, там нет, столб очень большой. Да. Поэтому то, что он прибежал, он оказался ему не надо на расстоянии вытянутой руки там камера оказалась. Настолько заточено, что на расстоянии вы берете чужие нет, вещи и ломаете их. Подожди, ну, смолка, Сережа. Здравствуйте, дитя. Не хватать никого не хватает. Я стоял ничего. Со своей стороны стола, а вы стояли с другой стороны стола. Мы вы все поймите, стол живой, одного государства. Вот сами подумайте. Чего враждовать-то, я не понял. Я что, из-за стола выпрыгивал там на камеру на эту вашу? Да? Нет, я как стоял, все, так и стоял. Сережа, вот стол. Вот сами дело подумайте. Не в том, что ты снимал человека, а в том, что он в тебе увидел врага. Вы спровоцировали понимаешь? Меня. Ты враг для него. Ты что, не врубаешься, что ли? Что, не поняли? Мы враги. Мы туда пришли, мы какие-то враги. Мы американцы какие-то нехорошие или фашисты, не знаю. Пускай они теперь доказывают все это, что мы враги. Ну, все, не... тут другого никак. Он кинулся как на врага на тебя, все. Что тебе причинить? Сначала это, потом тебя толкал этот толстый. Что я теперь могу сделать? Ну или полный там человек, как его назвать. Он не толкал, он пытался не вывести. Да он бы и так вышел. Что было, драться, что ли? Как бы он вышел, если он не ходил, а начал с ним перебираться. Так он только потому припирался, что у него камера сломана, поэтому он хотел до конца это довести все. Тем более он полицию вызвал прямо из вашего участка. Дело в том, что камера, что она сломалась в ходе обоюдного нашего действия. Понимаете? Если бы я ее вам ломал, это было бы одно дело. А так как у нас были действия взаимные. Молодой человек, еще вопрос, кто молодой я человек, сломал, вы я ним, или вы? Вы бы с ним договорились, мы-то рядом были, я его друг и брат а я ему, во Христе. Я ему пять раз сказал, мы не вас, надо мы меня бы вас там не выбросили, а бы, я все. А я ему пять раз говорил. Никаких вопросов нет. Просто я не могу быть, вот, да, когда мы попросили, ну не снимать. И а он вместо этого, он проходил, вместо того, чтобы просто отвернуть камеру, я считаю, его не защищаю. Он начал все. Он начал мне еще совершенно правильно говорите. Понимаете? Вы же просто общую панораму снимаете. Зачем акцентировали? Потому что человек начал говорить, не снимайте меня, не снимайте. Он начал.
начал акцентировать, мне еще... Сережа меня брал. Я к тому, что не надо было останавливаться. Шел бы, вот что ты с этой женщиной завязался? Конечно. С полицейскими, чего завязываться? Что-то там пытаться доказать. Нет, человек убрал бы его, но видишь, им-то надо тоже разобраться, полицейским. Сереж, тебе некуда деваться, пиши сейчас заявление, все как было и все. Есть свидетели с той стороны, с этой стороны и так далее. Я Севастьяну сейчас позвоню, он сказал, где вот документы, как надо оформлять, все, больше ничего. Куда надо, ехать и езжайте, все, оформляйте, все до конца. А этот человек, где он живет, он, когда надо, он туда уедет и все. И никакие суды его не задержат, понятно? Все будет там по своим каналам делаться, уже от тебя не зависящим. Mm-hmm. Молиться тут и все. Ты же Библию, вы же Библию знаете, наверное. Ну, по Библии бы побеседовали и все. И узнали бы, кто сектант, кто нет. Я вот, видите, с бородой, он с бородой, а вы с бородой. Мы не успели побеседовать. Ну, конечно. Вызвали уже. Да даже Христос учил, если вы увидели во мне врага, который посягает на ваше достоинство. И Христос говорит, любите врагов ваших, любите. Тем более. Я вас просто попросил, говорю, не надо меня снимать. А я вас просто сказал. А вы мне в лицо полезли с этой. Если до того дошло, что... Я вам сказал, я имею право. Даже в конце концов, понимаете, я имею право, не имеете. Понимаете, вот, может быть, у вас план такой был сорвать вот православную выставку. Откуда я знаю? По крайней мере, мою работу вы сорвали. У вас может быть, вы мою сорвали. Ну, понимаете, вот, я же не могу знать, что у вас. Я не могу знать, что у вас в голове. Но я ваши иконы не бил и не ломал, а вы мою камеру сломали. Вы знали Библию, если вы хорошо ее знаете. Ну, та, которая благословлена, я ее так более-менее знаю. Да у нас синоидальный без права. Синоидальный период 1776 года. Вот все. Ее я еще более-менее знаю. И все, а какие еще у нас? Фамилия, имя, отчество. О, родители, да? Еще есть? Листаем, да? Простите, пожалуйста. Да-да. Можно я подъеду сюда на машине? Ради бога. И в отдел езжайте сюда. А где это? Строитель. Строитель. В отдел поедем. Почему поедем? Пойдете пешком? Почему поедем? Мы, к сожалению, не проиграем. Конечно, вас же надо. Телефон обставили? Три подписи. Сейчас будем. По очереди. У меня претензии, какие нет. Но если он хочет с меня денег за камеру, тогда, наверное, да, то, что он начал мне ломать руку. Вот так это. Вот такая претензия. Он по мне применил физическую силу. Я его пальцем не трогал. Пишите, прошу. Нет, я просто никак не... Так будем писать или как-то будем договариваться по-другому? Просто вот так. Вы будете писать то, что у вас камеру сломали, да? Пишите. Прошу, начать его, прошу вас привлечь. Если будете писать, пишите. Не будете писать, не пишите. Просто я не за вас, мы сейчас не за него. Смотри, пока у тебя сейчас здесь не подходит. У тебя доказательств уголовной руки нету, а у меня доказательства есть. У меня люди есть, у меня свидетели есть. Что я вам ламываю руку, да? Так это все. Было такое. Я забирал камеру. Такими путями это другой вопрос. Правильно вы забирали? Я не спорю, мы раньше забирали.
Я забирал свою камеру, но ну а как я ее еще заберу, если не выламываю? Ты бы ее забрал, ты бы ее забрал, я же не знаю, что у тебя в голове. Просто сказали бы, не трогайте. Вот как вы мне говорите, просто сказали бы, не снимайте. Я вам сказал, я имею право, просто сказал, вы не поняли. Ну, вот видите. Вы не поняли. То есть все, пишем, да, все? Пишем. Переломанные руки, клевещи. Хорошо, понятно. Вы также пишите, прошу вас. Прошу вас привлечь гражданина. Не понял. Продиктуй друг друга, у кого какие-то мы уже установили вас обоих. Пупкова Сергея Павловича. Мельникова Александра Жанна. Ну, может, они сами надо говорить. А, может, это не он. Может, сейчас мы не его пишем. Так водили же придут, там пальцы отложат. То есть это не он, его еще больше будут ждать. Нет, так а не он, что ли? Там он пальцы приложат все. Может, это не я вообще сижу. Как может, это сон. А что, мы его снимали для этого пальца? А если его все равно, то снимали, берут снимали. В компьютере фамилию и отчество. Там может выставиться фотография. Если все, время, а он ее не может, ее не будет, если он, допустим, не привлекался. Саш, ну, тебе еще торговать, давай быстрее. Ну, выводили на 2 часа. Да, то то ли 2, то ли 1.5, давай. Хорошо. И еще раз, как вас? Пупкова Сергей Павлович, Александр. Число, месяц, год рождения. 16.08. 16.08. Ага. 71 года рождения. 07.11.70. 11. Ответственность. Который? Перехват объявил. 07.05.17 года. Ну это где-то было больше часа, да, или час. Вы вызывали, посмотрите куда. Повредил
дисплей, ну, дисплей был поврежден, потому что она просто сломалась, не работает, а дисплей был поврежден. Но он дисплей был поврежден. Ну, да, правда, один дисплей, точно. Ущерб для вас значительный. Сколько оцениваете стоимость вашего тренера? Как их выглядит? Ущерб значительный, да? Я не знаю, что это. Но он сколько 10 тысяч, по-моему, уже значительный, да? Или 35 раньше было. У каждого человека свой взгляд, какой там... Она обязательно надо указывать. Это просто ущерб для меня значительный, не значительный. Ну, на сумму-то надо указать. Здесь не с юридической точки зрения. Ну, что твой скрес, брат? Ты за сколько свою камеру брал? И в каком году? Да, видео. А в каком году? В каком году это было? Года три назад, да? Угу. Все, сломали мне ее камеру сейчас на выставке на Ярмарке православной. Помолитесь там. Все хорошо уже. Камеру твою сломали? Да, да, твою. Мельников Александр Владимирович. Ну как? Ну дисплей. Давайте потом будем. Все, давай. Подождите, камера, ну, да, вот дальше, дальше, да. А документы у кого находятся? Нет документов на камеру. У Володи, наверное. Еще ворона, наверное. Ну, у тебя все можно. Я говорю мысли вслух, я же не утверждаю, правильно? И тут разбираться надо. Которое было куплено, он вам кто приходит? Брат вас приходит. Ну, как, если его тут? Ну, как сказать, юридический муж, жена, брат. Друг, которая была куплена моим другом. Да. Где? Какая разница? Инициал просто ставить. Ну, фамилия инициал. Владимир, фамилия. Знаете его фамилию? Да, да. Вот, в таком-то году и за столько. Да, 18 тысяч рублей. Так что сейчас ущерб за вас значительный, не будем писать, потому что камера она не вам принадлежит. По делу сейчас. Ну как, она мне человек дарила, она моя, она. Да, да. Как? Пишите, написано кто-то вообще. Заявление написано кто-то вообще. Сегодня 07-05-17. Так, а у нас тут схватил меня. Душил меня. Схватил. Схватил одной рукой, двумя руками. Одной. А какой? Левой. Трудно сказать. Левой. Правой я камеру беру. Левой рукой. Да? И стал выворачивать ее.
причинив мне. Физическую боль и страдания. Ну, да. Не, ну... Если было, если не было такого... Не, ну было, потому что я реально не мог ничего сделать. Вообще? Тем более он при вас сказал, что он это может делать, он практически профессионал. Физическую боль и страдания. Да страданий-то не было там все. Вот сейчас нет, я страдаю. Когда да. есть боль, тогда ну, человек, у тебя страданий не было. У человека, когда ощущает боль, это уже он ощущает страдание. Вот. Написано собственноручно. Вот здесь тогда. А еще то, что сорвал мне выставку. Можно сюда писать? Это уже потом отдельно в отделе с дежурным переговорите, как что, как это будет лучше написать выставку. Ну, там сорвал мне деньги. Ну, видите, это как бы будет уже, скорее всего, гражданско-правовое отношение. Хорошо. Написано. Ну, это гражданско-правовое. В гражданском кодексе это как упущенные выгоды. Да, видите. Собственноручно. Сегодняшнее число. 07.05.17. Когда Христос как решает храма угоня, интересно, мы написали заявление, но так, почему вы видите? Теперь смотрите, объяснение заполняйте все. Так, заполняйте объяснение. Шапка личная, да? Вот. Да. На стационаре заявление принимают, не людей как раз надо будет увезти. Так, подпись здесь, задачи указали. Так, продолжаем. По существу поясняем. Меня на патрульном повезут. Там можешь меня ждать. Что? 07-го? 05-го? Ну, давай, давай. Все. 17-го. Отбой. Около. Сколько мы там писали? 14-20, да? Ну, под 14-20. Я находился. Во дворце зрелище и спорта. Проспект Социалистический, 93. Пишите, что вы там делали? Ну там, как вот справили, это все называется, там работали, выставки. Да. И вот, а вы пишите, а что вы там делали? Ну именно в одном горячий спорт. Начинайте, а там, как вот почему я в школе писали, умеете, да? Я находился там. 2-2. Ну, поиделся. Ну да, так сказать могу написать. Я просто же их не могу. Понятно, понятно, сейчас я даже думаю, как. Можете сказать, что приехали из другого города, не знаю. Ну, то, что там у вас эти семинары какие-то проходят, да?
чтобы когда читать, разбираться, ну, чтобы было понятно, то, что там у вас, почему вы там находились, что вы там делали. И еще раз предупреждаюсь, краткость сестра талант. Покороче, о главном, о сути. Как закончите, что вы там делали, я вам дальше скажу, что это написано. Так, вы закончили, да? У вас произошел конфликт. Пишите, ну, то, что у меня произошел конфликт с гражданином каким-то, таким-то. То есть это точка? Да. Сначала же был словесный конфликт. Ну да. Так и пишите, произошел словесный конфликт с гражданином. Фамилию, там, заявление, которое писали, фамилия не стала. Вы еще пишете, что вы там делали? Или уже по субботе, так у меня тройка должна быть минимум. Один балл больше. Так, вы начали сказать. Так, я снимал на видеокамеру брата во Христе Забунова Игоря, как он пребывал на православной ярмарке. У меня произошел конфликт с гражданином Мельником Александром Владимировичем, который стал мне запрещать делать видео. Замечательно. Так, у вас произошел конфликт, да? В ходе которого пишите, как, что, при каких обстоятельствах вы, он схватил вас за руку, что еще, что, что там, кому говорит, вы также продолжаете, куда схватил, как вы дернули, кто кому дернул, как дисплей повредился. Я знаю телефон, когда разбитый дисплей, он телефон, ну, у меня был такой, я разбивал дисплей, но видно вот здесь вот, наверное, ну, даже крутили, тоже когда. И камера-то там тоже не работает. Ну, так не скажите, ну, в объяснении пишите, это не работает дисплей, перестала работать камера. Там еще водили полицию на направление на смой лучше. Куда? Ну, смой, чтобы к врачам подзвали, чтобы... Да не, ну что? А в порядок такой надо будет. Если что-то, спрашивайте, я здесь. Получается, друг по другу заявление? Да. У одного... Получается, у данного гражданина камера повредилась, дисплей, а у другого рука, потому что он схватил его за руку, стал камеру
Ну, у меня не то, что рука, а то, что камера сломалась в ходе того, когда он схватил меня за руку и начал... Это в отделе у вас уже будет опрашивать? Да, ну, по этому поводу вы напишите. Поэтому я как бы не считаю себя виноватым, что из-за меня камера сломалась, а он считает, что из-за меня. Ну, не уезжайте. Ну, перепиши всем гражданам тоже. Кого? Граждан. Перепиши. Еще раз. А, на переписке? Да. Проживаете где? На пище. Московье, да? Да, Московская улица. Ты там где? Улица Шараповская, 2-3. Квартира 103. Ну, здесь когда вот все написано, собственно, вот так. Так, 7. Да, 07, 05, 17. У всех сфотографируют лица. Как там написано, собственноручно, да? Да. Денег я сейчас теряю, сидя здесь с вами. Сергей Павлов. Я уже потерял. Я тоже. Вы об этом не думаете? Там побольше. Вы сами вы на... Там побольше будет, чем. Это, ну, я понимаю. Побольше. Ну, если вы доведете это до всего, вы еще платить будете. Понимаете? Вы мне сломали камеру, я буду платить. Конечно. У меня шантажи. Это вы мне поломали рабочий день, и не сломал камеру не я. Сломали? А еще надо доказать, что она была целая. Мне зачем это доказывать? Ну так. Вам нужно доказывать, что было ее не ломали. Ну понятно, я уже все понял. Может быть, это у вас такая профессия. Деньги так зарабатывают.
что я профессия. Вот чем я занимаюсь, понятно. А чем вы занимаетесь? Вот чем вы занимаетесь? Вы зарабатываете на хлеб насущный. Ну я иконами не торгую, понимаете? Ну я иконами тоже не торгую. А что вы делаете? А у меня там ложечки именные лежали, ложечки, если вы заметили, именно. Да. Которые мы сами делаем, производим сами. Молодцы. Представляете? Молодцы. А вот чем вы на хлеб зарабатываете? Делал трубу по времени 6-1-1. Еще один рапорт сюда. Когда меня снимают. Почему? Потому что неизвестно, куда начинают выкладывать. Понимаете? Я ж не знаю, я ж не буду требовать от вас документы, где вы, что вы. Я вас попросил не снимать. По-моему, это было вполне достаточно. Ну, человек не хочет, чтобы вас снимали. Ну, неужели это так трудно выполнить? Потому что снимают, ходят все, кому не лень сейчас, понимаете? Понимаете, а у меня люди ходят, я не могу постоянно читать. Может быть, камера сломана, может быть, у вас все может быть, понимаете? Вот, так конечно. Может быть. Вот конечно, вы вообразили, что я такой, знаешь, я не воображаю. Вы клевещете на меня, вы подозреваете меня по Рустану. А вы клевещете на меня? Как? Что я вам сломал камеру. Вы как? Вы лжете, вы сломали мне камеру, вот видите, вы отпираете. Ну вот видите. Вместо того, чтобы вы считаете, что я лжу? Ну как я снимаю? Ты ее хватаешь, она трескает. Ты ее хватаешь, она трескается, понимаешь? Вы доводите вот до вот этого всего. Ну теперь вы будете доказывать, что вы мозг играл. Если бы ты ее не хватало, она бы не сломала. Ну понятное дело, если бы вы меня начали выворачивать. Если бы вы меня вообще не снимали бы, когда я вас попросил, она, конечно, бы не сломал. Вот, вернулся, да и все. Ну, зачем я буду отворачиваться? Там люди ходят. Ну, у меня задача что? Собрать средства. Ты не хочешь? Понимаете, мне не надо отворачиваться. Я приехал сюда не отворачиваться от людей. Я приехал сюда разговаривать с людьми. Ну и разговаривал бы со мной. Я пытался. Я 4 раза попросил не снимать меня. Я 4 раза вам пишу, я тебе помню право. По закону. Ну, вам закон, если... Ну, класс. Вот закон, спасибо. Вы же, наверное, подковы. Да, да. Сейчас, может, mm-hmm. действительно, мы можем сейчас пытать зарабатывать. Да. Слава Богу. Вы записал, что ли? Все нормально. И как этот механизм называется? Да не знаю. Провокаторы? Ну не знаю. Ну вот на машинах ездят, там стукаются, говорят, что вот вы мне там это сам. Может здесь такая же какая-то схема. Откуда я знаю? Камера писал.
Я откуда знаю? Сейчас мошенников знаете? Ну, сколько? Ну ты же сам меня схватил за камеру. Я же не знаю, как это путь, руку нашумал. Я держал ее просто вот так, и вот так. Ну ее не просто держали. А что я просто ее держал? А как я ее... Я вот там в проходе где-то там. После каждой моей просьбы меня не снимать, как да вот так вот ближе я... еще в лицо подходили. Потому что я тебе, ты, вот, да? я не тебя снимал. Не тебе, а вам. Ну, вам. Да. Саш, я вам говорю, что я имею право на это. Я был в этом уверен. Да тут понимаете, тут как сказать, не то, что иметь право, не иметь права. Просто человеческий фактор. Ну, я не знаю, почему должен быть был какой-то принцип. Ну попросили не снимать. Ну, видите, его камеру. Ну, это... Закон Российской Федерации. Да, я понимаю, что не мне вам говорить, вы должны за этот подождите, закон. Подождите, вот смотрите. Вот он, давайте почитаем. Я вам еще раз говорю, закон. В общественных там, местах. Там разрешено... в уголовном кодексе, в административном кодексе про это ничего не написано. А в чем написано? Ни в чем не написано. Ну я вот недавно. Вот понимаете, вот вы сейчас вы сложаете. Подождите, вы склоняетесь на закон. Скажите мне номер статьи, какому кодексу это принадлежит ваш закон. Вот где вам именно закон разрешает снимать, где запрещает статью. Вы назовите кодекс. Есть? Есть уголовный, есть уголовный. Статью. Хорошо. Сейчас уголовный кодекс. Уголовный кодекс. Ну хорошо, вы мне назовите. Подождите, вы весь день ходите и говорите, разрешено законом, разрешено законом. Говорите, я вот его спрашивал, вы с чего это взяли? Вы а вы с чего взяли, что запрещено? Хорошо, дайте мне закон запрещения. Да подождите, я вам сказал, что там запрещено снимать или разрешено снимать. Я вам про это что-то говорил? Я вам говорю про тот фактор, что вас попросил все, человек. Что не запрещено, то разрешено. И еще раз повторяю, вас просто попросили. Почему должна быть такая агрессия какая-то, я не знаю, да потому... провоцировать человека на то, чтобы... Ну вот, например, смотрите, хорошо. Я вот, например, не в форме, да? Я вот не являюсь полицейским, да? Ну иду я стою, например, на работе. Тут там да. Газелист. Кто-то сантехник, кто-то торгует, кто-то еще что-то. На меня направляют видеокамеры, что да, человек стоит на рабочем месте. Это, подождите. Если это... я плохо работаю, мне это будет стыдно. Подождите. Если я хорошо работаю, мне будет подождите. Если он меня снимает, подождите чтобы оклеветать... Меня. Зачем мне перебивать постоянно? Я не собираюсь сейчас с вами в дискуссии заходить. Кто прав, кто не прав, правду ладно, искать, не правду. Закон, я сейчас постараюсь. Смотрите. Почему? Откуда такая агрессия? Ну, попросил человек не снимать. Ну, например, идете, попросил кто-то, подождите, кто-то попросил. Агрессия. Зачем мне перебивать? Зачем мне постоянно перебивать? Вот смотрите, чтобы вам было понятно, да, вот мы все равно в чем-то здесь участвовали в этом конфликте. Ну идет кто-то вот, подержите велик, пожалуйста. Ну кто-то подержал дверь. Пожалуйста, там, напишите здесь, вот не вижу, да, напишите. Там, пожалуйста, не кидайте здесь мусор. Да, кто-то не будет кидать мусор. Пожалуйста, не хлопайте дверями. Нет. Подождите, не перебивайте меня. Кто скажет, пожалуйста, не хлопайте дверями. Где написано законом, что я не могу хлопать дверями? Я вот пытаюсь вам донести, что... Пытаюсь вам донести не то, что там закон, нет, еще нет, что-то, обычно человеческий фактор. Вот. Пожалуйста, закройте окно, мне дует. Вот едете вы в автобусе, да, вдвоем. Один, вы открыли окно. Тут стоит рядом гражданин и говорит, ну, пожалуйста, закройте окно. Вы скажете, а где тут написано законом, что я бы тут не могу открывать окно? Нет. Но тут то же самое. Попросил человек, не снимайте. И что за 21 какой-то век, я не знаю, там, не достать телефон, не знаю, на видео как. Ну, пожалуйста, попросите. 4 раза вас попросили не снимать. Я откуда снимал, у вас такая злость? Во. Злость. Что в лоб, как говорится, что еще год. Я не за него. Я сейчас еще раз повторяю, что я не за него. Объяснить, понятно. Я вот этого не могу понять. Вот, за чего, для чего это? Он-то, видите, говорит, что запрещено законом. Законом, закон не говорит, там написано табличка висит. Табличка противоречит, я эту табличку как не видел. Какому закону она противоречит? Там просто, ну как просьба идет, да, не снимать, просто есть там какие-то иконы, да, которые сидят. Какому закону? Давайте я сейчас узнаю вам. Да он только сказал про закон. Вам что сказали, что вам запрещают снимать, потому что закон запрещает? Вам же это не сказали. Вам же не говорит, что там закон запрещает. Конституция Российской Федерации мне дает право на видеосъемку. Смотрите, вот это доступность информации. Смотрите еще раз. Повторяю вам, чтобы вы поняли. Едем в автобусе. Я попрошу вас, закройте окно. Ну, мне холодно. Че, ну как? Нет. Здесь не закройте окно и не это. Я имею здесь право снимать. Да, все он не права. Имеет права мне запрещать. Каким законом он не имеет все права? Это, все имеют он. Право, конечно. Нет, не имеет и таким вы сейчас, вот как вы говорите, в отделе там будут столько, кто имеет право, не имеет права. Я еще раз повторюсь, я не за вас, не за него. Просто да. Этого конфликт этот можно было избежать, и видеокамера бы была бы целая, и никто бы из вас время бы твое не тратил.
Я пошел на 30. Давайте больше не ругайте. Да, конечно. Я это делаю бесплатно, если я вы деньги зарабатываю. Не зря вас Христос не учил. Ничего мы храмов не гонял. Кто сразу начал встречать? Я смотрю, что это. Просто вы испортили мою мысль. Если бы вы сказали, да, я... Это я испортил. Конечно, вы. Если бы я ударил вас камерой, тогда да. А, ну если бы мне еще и камеру ударил? Тогда бы это было, да. Ну, это было просто... А так вы видели? Я вот 4 или 5 раз попросил, но он не снимал. Вместо этого он мне... Вы не просили мне, а угрожали. Я не угрожал, я просто просил. Угрожали. И ваша угроза перешла на вас. Угроза? Как это угроза? Я вам говорю, не снимайте меня. Не надо, говорю, меня снимать. Это не вот так в лицо и она я вам поменял. А что между нами, между прочим, там сантиметров 78. Да, это абсолютно проходная. Да. Ваша камера оказалась над столом, что я смог до нее дотянуться. Вот как это называется? Когда хотел ее закрыть, зачем кто хотел закрыть? Чтобы вы не снимали. Зачем? Потому что я не люблю, когда меня снимают, и потом начинают выкладывать непонятно где. Да я не выкладываю. Ну, понимаете, вот вы не выкладывали, кто-то другой выкладывал. Вот когда снимут и выложат, тогда вы можете... Тогда уже будет поздно пить в Аржоне, когда почки отвалятся. И тот, кто снимает, не поздно. Имеет право. Имеет право. Имеет А вот за руку меня хватает и выворачивает на руку, тоже не имели права. Я сейчас еду на стройку 46. А вы где? А Игорь что, вас бросил что ли или что? А вы у дворца спорта стоите? Меня в отдел повезли для разбирательства. Строители 46. Вы хотите там стойте, хотите это. Игорь тоже туда в отдел поехал. Ну постойте там, может там недолго, мы вас там приедем, заберем. Будьте на связи. Хотите домой, идите. С митрополитом Сергием разговаривали, ну вы объяснили ситуацию ему.
те законы, которые разрешают видеосъемки в общественных местах. Алло. Понятно, только из-за этого. Ну, я так и объяснил. За камеру схватили, я пытался ее вырвать, и он говорит, что я виноват что в том, что камеру сломали. Это обоюдная вина. И он потерял деньги из-за того, что я якобы стал виновником того, что он иконы там или ловочки там, денег у него пропал торговлю из-за этого. Вот какая-то статья, на меня заявление не писала. Хотя рука не повреждена, но что-то. Да, еще рука была повреждена. Ладно, кратенько
скажи, есть у тебя? Да, есть, объяснительно, да. Писали. Саша, есть? Да. Заявление, объяснение, есть. Вы писали заявление? Он и я писали. Там друг на друга заявление. Это, один человек написал на повреждение видеокамеры, а второй там, ну, интересно, наверное. Ну, то, что мне сорвали рабочий день, конечно. Это, между прочим, тоже не маленький день. Побольше этой камеры точно. Мы к вам приезжаем раз в год, на 6 дней, проходит православная выставка. Вы считаете, один сорванный рабочий день. Ну, это... Ну, трудно сказать, но я старые записи могу поднять, сколько выходит, ну, один рабочий день. Ну, даже если полдня посчитать, ну, 20-30 точно ущерб. Ну, так, скажем. Попасток есть? Да. Кстати, вот телефон свидетеля, который я скрыл, ты можешь? Пока не знаю. Пока не знаю. Хорошо. Вот место наше жительное. Ну, еще пару человек, как минимум пару человек, могу сказать.
Сейчас работаем таким образом. Сейчас вас сотрудник запишет, я вас фотографирую. Вас вот, пожалуйста, будет? Нет. Вообще подпишите. Да. Ваше заявление зарегистрировано, которое вы написали. Я вам талончики раздам. То есть подтверждение того, что вы сильно заявление написали, я не хотел. Потом дознаватель вас с вами побеседует, вас другой просит, и на этом все. В данный момент летели к вам из Благовещенска. У нас выставки проходили в Хабаровске, потом в Благовещенске, и сейчас у вас. Это было нормально.
То есть там по предметам, да? Что они должны быть Thank you.
там присваивается номер. Иди, говорю, только... Я босиком не пойду, ты чё, лоха нашёл? Сюда, вставай. Здесь стой. Где повреждение?